Привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Проект покинули Мэри Кулешова и Алиса Литинская. Девушки уже прилетели в Москву. Они находятся дома у Мэри в Мытищах и поменяли рекламные контакты с проектных на свои. Девушки рассказывают о причинах ухода с проекта. Между Алисой и Майей Донцовой возникла безобразная перепалка, которая закончилась безобразной дракой. Мэриша вступилась за свою подругу. Саймон Марданшин и Виталий Малышев не ушли за своими девушками. Мэри с Саймоном незадолго до этого расстались и разъехались по отдельным домикам. «Мы могли бы быть счастливы», – пишет Кулешова. «Пока, мой милый Сэм». Вот что Алиса пишет Виталию. «Я рада, что все маски сорваны. Теперь пусть все знают, кто ты есть на самом деле. Игрок». Александра Шева поддержала Малышева. «Дружище, все будет хорошо, ты все правильно сделал. Твое тебя еще найдет». Иосиф Оганесян, который находится на остров любви, скучает по своей бусинке Саше Черно. Как вы помните, ему проявляет симпатию Марго Овсянникова. Но Иосиф сказал, что ему нужна только Саша. Участники на Сейшелах, которые недавно конфликтовали с Марго, считают, что девушка изменилась в лучшую сторону. Она сделала работу над ошибками и наладила отношения с коллективом. Алексей Купин признался, что уже готов к семье и к детям с Майей Донцовой. «Я очень люблю милых и послушных деток», – пишет он. «А вообще хочу мальчика и девочку. Думаю, что в ближайшее время мы с Майей сыграем свадьбу в Москве и будем готовы иметь своих детишек. Дети – это радость и счастье». Алексей Чайчиц продолжает публиковать совместные фото с Лизой Триандафилиди. Он написал, что Лиза просит у него прощения за былую измену, и он уже готов простить ее. Захар Соленко открыл магазин для настоящих мужчин. Он продает мужские костюмы. Ольга Бузова опубликовала фото в компании Григория Лепса. «Начало положено», – пишет Бузова, – «спасибо за прекрасный вечер». Ну и, конечно же, главное событие недели, а то и всего года – это свадьба Саши Артемовой и Жени Кузина. Ребята потратили очень много денег на то, чтобы устроить праздник мечты. Саша сменила за вечер 2 свадебных платья. На свадьбе было около 60 гостей, среди них много бывших участников «Дома-2». Лиза Шароха, Вика Романец, Антон Гусев, Степан Менщиков, Андрей Черкасов с Кристиной Ослиной, Ваня Барсиков, Даша и Сергей Пынцари, Нелли Ермолаева. Букет невесты поймала Вика Берникова. В качестве ведущего пригласили Рустама Солнцева. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры «Дома-2» на канале ТНТ.